Знаешь ли ты? Потрясающе, Максим. Спасибо тебе огромное за эту надежду, которую ты подарила своим примером. Спасибо огромное. Музыкант, поэт, потрясающий хитмейкер нашего времени. Спасибо огромное. Спасибо тебе. Спасибо. Эта кухня помнит слишком много ссор. Нас так несло, больше ни слова. Голову так ломит и нет вируса. Минус на минусе, я больше так не вынесу. Ты будто бы на инглиш, а я на идише. И не поможет Google перевод, но видишь же. Черный крепкий с бергамотом напей. А мне сухого красного налей, я на нуле. Я не твой бой, я не твой парень. Ничего не надо, только бы просто не крыло. Но на всех твоих фото, там мое место. Ты в новых полетах, как же все это бесит. Я запишу голосовой тебе в эту среду. Но что бы ты мне не ответил, уже не приеду. И сам свой крепкий с бергамотом напей. А мне сухого красного налей на нуле. Ты не мой бой, ты не мой парень. Yeah.
прозвище Мари Кранбрери. Спасибо тебе огромное. За, кстати, школу в каком-то смысле. Вау! Спасибо огромное, невероятное! Происходит что-то на этой сцене. Ну и космическое, невероятное. Сами увидите. Зиверт. Космическая Юлия Зиверт. Люблю тебя, Димочка. Я обожаю тебя. Спасибо огромное. Спасибо. Верока, давай. Спасибо. Понравился, ты знаешь? Спасибо. Это была любовь. Это была любовь. И есть, и будет. Потрясающе. Потрясающе. Друзья, можно вас еще услышать максимально. Невероятные девушки нашего времени, творящие историю на наших глазах. Димочка, спасибо тебе огромное, твои прекрасные дуэты. Мы тебя просим подняться к нам. Господи, как время летит. У меня вот Боже, перед привет. Глазами так, на берегу неба. Совсем недавно летели в самолете, да. Правда? Лет 15. Да. Лет 15 назад, этот на берегу неба, черт возьми. Боже, я уже начинаю ревновать. Сейчас, Леночка, ты сейчас. Я все понял. Ты сейчас учился. Это киношное... Я завелся, подожди. Киношный обхват. Вот послушай, и сейчас ты как... Это было уже 20 лет назад, и как Моисей, который ведет вот эту публику, народ прямо... Через... Меня ведет публика, извини, Гош. Я что-то не расслышал. Что... Публика меня ведет, а. Не я ее. Ну, Моисей вел 40 лет, хорошо. В принципе, да? В принципе... А здесь Билана, ты Моисей, которого ведет его который просто публику. Ведет. Хорошо, тебя просто ведет. У Димы еще все впереди. Дима, да? Тебе еще 20 лет. Давайте поаплодируем этому человеку, черт возьми. Счастливчик.
В этом году, Дим, ты записал столько красавчик. Потрясающих дуэтов, подарил нам возможность услышать Могу сказать, что это было очень нервно и достаточно сложно, потому что дело мы имеем с очень яркими, невероятными девушками сегодняшнего нашего периода. Правда, но ты дал нам возможность услышать самые лучшие и реально дуэты. Мы не смогли обойти стороной и посвятили тебе отдельную номинацию. Называется она «Дуэты Билана». Да, дуэты конечно Билана. Же. Вау! 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 Дуэты Билана. Дуэты Билана представлены. Дима Билан и Зиверт. Это была любовь. Я знаю, что это была любовь. Дима Билан и Мари Краймбрери. Ты не моя пара. Дима Билан и группа «Земляне». Трава у дома. Дима Билан и Наталья Власова. Она любила музыку. Дима Билан и Максим. Знаешь ли ты? Это все ты, Дим. Как ты сказал, да. Это все ты, правда? Давайте, ребята, объявляйте, а то появится дуэт Билан Куценко, и все, и рухнет все, давай. Ну, у нас здесь дал мне трио, Гоша, Иван и Наталья. Нет, уже дуэт, уже пара, дуэт. Все нормально, все отлично. Нормально. Дуэт. Мы решили, нам никто не нужен, поэтому объявляйте дуэт Билан года. Да, правильно объявляю? Дуэты Билана. Дуэты Билана, заговариваюсь уже. Дуэты Билана года. Да нету сейчас, прям вот, ага, все понятно уже. Ну и давайте, кто же выигрывает. А я буду музыкальное сопровождение. Подожди, давай не мешай. В любом случае, нужно сказать, что каждый из этих дуэтов заслуживает уважения. Это труд, это работа, это творчество, которое вы вкладываете. Несмотря на гастроли, несмотря на плотные графики, несмотря на... Давай я скажу. Как вы хорошо говорите, боже мой, ваши слова, да богу в уши. И все правда, да. В общем, за каждый дуэт отдельное спасибо вам. Но сегодня в номинации дуэта Билана побеждает Дима Билан и Мари Краймбрери. Вау! Одна из моих любимых песен, да. Это действительно заслуженно. Это правда круто. Ну что, поздравляем вас. Музыка подобралась, правда, очень высоко в чартах. Это здорово, правда, поздравляю. Спасибо огромное, Мари Краймбрери. Поздравляем вас, ребята. Спасибо тебе, дорогая. Все, я получил, да? Ой. Вот. Давай. Дорогая наша Мари пришла, да. Мы, как всегда, нарушаем все правила. И правильно ты сделала, да. Ну чего? Ваши аплодисменты, друзья, этим людям в черном. Круто. На самом деле, Гош, ты должен, в принципе, передать статуэтки. Я понимаю, что ты хотел себе их оставить, но тем не менее. И Дима уходит. Дима, а вас я попрошу остаться. Так все-таки... Да нет, мы тебя дожмем до конца сегодня. Ребят, стой. Вы извините, я правда не в курсе, я не знаю. Грэмбери, на, держи, дорогая, целую тебя. Вильвет Форева. Гош, ты не обижаешься, что я тебя на Билана променяла? Ничего страшного. Главное, чтобы я тебя на Билана не променял. Я уйди, это мой Дима. Вообще, у Гоши еще все впереди, я так понимаю. Первый раз слышу об этом у вас. Как-то за рюмочкой не прослеживалось. А что, вы пьете здесь что-то? Нормально вообще? Я, у меня вода. Я 3 часа здесь на сухую. Ой, я выругался сейчас, простите. Яблочко. Мы в прямом эфире, самое время. Послушай, мы, короче, решили сделать тебе еще один подарок. Ты заслуживаешь это. Пожалуйста, возвращайся на сцену. Ваши аплодисменты! Да. Ура! Ай-яй. Вся наша команда единогласно выбрала тебя. Так. Дима, дорогой, артистом года. Не останавливайся. Спасибо огромное. Спасибо. Это просим тебя не только мы, а все, кто находится в Крокусе. Друзья. Спасибо. Друзья, спасибо огромное. Но сейчас мне нужно переключить регистр на фальцет. Я не знаю, как после этих абсолютно разных музык это все прозвучит. Гоша, я понимаю, что это твой звездный час, но в принципе... Все, я просто попробовал, что это такое, прижать в кровати. А ты не стоять одно на сцене, сюда, ко мне. Все, все. В общем, фальцет, друзья. Угу. Ну, вся наша жизнь, она, в принципе, как бы и зарождается в постели, и проходит она в постели, особенно половина этой жизни. Ну, и жизнь, кстати, в ней опять же появляется. Ну, все через постель, друзья, поэтому, извините, вот так немножко сегодня.
А что это за сцена была? Ну, как они смотрят друг на друга, вспоминают. Как жили, как были счастливы. Это же сцена о любви. Закончен день, и снова мысли все мои о ней. Увозит в ночь меня желтое такси. Задам судьбе вопрос, куда спешили мы. А я хочу вернуться вновь туда, там, где она, она, она. Она моя. Никому не отдам. Она моя. Служу вам, друзья. Я думаю, что здесь слова просто не нужны. Дима Билан! Дима, ну статуэтка-то. Статуэтка, артист года тебя ждет здесь. Дима Билан, ваши аплодисменты. Поздравляем. Артист года.